Че, народ, всем привет. В первую очередь хочу сказать, мне абсолютно насрать, кому будет интересно, кому будет неинтересно. Когда-то давным-давно я сделал обзор на Toyota, которая мне вот катастрофически не очень-то и понравилась. Людям почему-то она очень нравится, но это дело каждого. Тем не менее, что-то я решил, что надо записать и показать мое, скажем так, видение и обзор на конкретно вот эту вот маленькую Opel Corsa, Vauxhall Corsa. Потому что, я думаю, люди должны знать героев в лицо. Итак, что у нас сегодня есть? У нас сегодня Corsa 1.2, 20-й год, на простых колесах, ну, вполне себе простых, но довольно-таки жирной комплектации, я бы сказал. С черной крышей, да, машина старая, но с виду не усталая, да. У нее даже при открывании разворачиваются зеркала. Ну, пойдем тут спереди посмотрим. Ну, вполне себе такая неплохая, на мой взгляд, комплектация, с хорошим весе, с фарами. Ну, выглядит, честно, по-молодежному. Выглядит прямо вот, вот будь бы я не семейный человек без детей, вообще идеально, да, по внешнему виду. Для молодежи, как первая машина, вообще топчик. Вот прямо, вот, да, это даже я так говорю, да? О, сама закрылась. Что-то долго не трогали. От многих французов закончились наконец-то барабанные задние диски, теперь тут везде диски. Смотрите, эта машина довольно жирной комплектации, в ней есть определенные какие-то свои фишечки, плюсы, которые нравятся. В данный момент, конечно, это автомат, но я покажу тут уже немножко сам. Ну, в общем, во, смотрите. Ну, все вроде, да, и подогревы сидений, тут ручка, автомат такая прикольная, да, если был бы рычаг, может быть, не так прикольно. Подстаканники, движущийся подлокотничек. Сейчас. Ну, что могу сказать? Ну, по-моему, прикольно, да? Вот еще что хочется заметить, это Corsa. Это Corsa. Она должна быть маленькой букашкой, тем не менее. Вот мой младший сын сидит здесь. Смотрите, насколько выдвинуто переднее сиденье. И у него тут достаточно места для ног. Это прямо бонус для этой машины. Вот, учитывая. Ну, нету, конечно, посередине тут никакого столика. Это да. Но в целом, вот тут сидит старший. У него тоже есть место, несмотря на мой колоссальный рост. 178 сантиметров. Apple CarPlay, что уже топчик, да, уже вот очень удобно. Полный там руль, смотрите, есть даже вот эти штучки. Что поражает в этой машине, скажу честно, вот, ну, я привыкший человек к более комфортной машине, вот почему я говорю, эта машина классная для молодежи. Смотрите, спортивный руль, вот это все дела, ну, прикольный, да. Есть звук. На этом все. Ну, звук, в принципе, неплохой. Что хочется отметить конкретно про Corsa, я вам честно скажу, несмотря на вот эту дверь, которая в машине довольно объемна, только за счет того, что здесь сэкономлено место на всем. Вот двери, ну, тонюсенькие, ну просто тонюсенькая, вот такая узенькая дверь. Все максимально туда вжато, все максимально немножечко некомфортно. Тебе хочется как-то, ну, так, тебе надо немножечко руку так, вот так всковырнуть, чтобы открывалось, да? Смотрите, здесь такой резкий обрубок, а дальше... Все, у тебя ноги, если ты в комфортную машину садишься, у тебя вот эти все части уходят под панель, и ты чувствуешь себя более безопасно. Но, с другой стороны, что мы хотим от Corsa? В отношении этого бардачка, да, вот, ну, вроде бы неплохой бардачок, ну, классная панель, все, и бардачок. Ну, вот просто вот так обрезано вот туда, ну, как-то ну, по-колхозному немножко, если вот честно. Ну, почему нельзя было сделать как-нибудь, ну, покрасивее, чтобы было, ну... Corsa, что мы ждем. Да, в этом плане бардачок, ну, вообще ноль полный. Там фьюзбок, как, ну, там фьюзы, в общем, здесь вот буквально положить документы, и вот тут вот все, ничего не положишь. Вот это вот лежит пачка запасных болтов. Ни о чем в этом плане. Но шумоизоляция, я вам скажу честно, вот я летел сегодня вот по трассе туда-обратно, там, несколько часов, там, 85-93 мили в час. И вы знаете, вот мотор 1.2,
он очень удивляет, потому что на 1.2 по оборотам 2500 оборотов. Когда вы видели на 1.2 2500 оборотов на скорости 93 миль в час? У него коробка передач 8 скоростей, он когда пишет, там 8 скоростей. За счет этого у него маленькие обороты, ну, классно в этом плане. Вот, еще раз повторюсь, шумка офигенная в плане шумоизоляции. Вот летишь по трассе, да, и ты чувствуешь себя комфортно. Да, есть моменты в отношении скорости, да, ты нажимаешь на педаль, ты хочешь, чтобы она дала, вот, допустим, ну, у меня Volvo XC60, я об этом очень часто говорю. Нажал на педаль, за 5 секунд ты улетел. Все. Здесь ты нажал на педаль, машина немножко думает, что-то там думает сама по себе, там что-то такое, что он от меня хочет, интересно, он хочет ехать или он хочет просто чуть-чуть разогнаться, или он хочет газануть, то есть есть такая небольшая эстонкость в этой машине, ну, эстония, да, в этой машине немножко присутствует. Я скажу честно, возможно, за счет моего маленького опыта езды на этой машине, эстония в этой машине — это прокладка между рулем и сиденьем, признаю. Вот. Но тем не менее, хочется, чтобы эта машина дала жару. Но есть некоторые моменты, которые у меня вопросы вот к Opel'у, ну, к Vauxhall, вообще вот прямо вопрос. Вот у вас первоклассная машина, да, вот полный фарш. Вот эта машина, ну, новая, в салоне стоит 20 тысяч, да. Сегодня вот эта машина стоит 10-12. То есть в цене она падает, конечно, просто колоссально в этот момент. Поэтому я вообще не придерживаюсь покупать новые машины абсолютно. Покупай вторые руки, она уже упала в цене, все нормально, все хорошо. То есть как молодежная машина за 10-12 тысяч, ну, вполне себе офигенная жирная комплектация. Да, сиденье говно, когда мы говорим, что у китайских машин херовая кожа, потрогайте кожу у Vauxhall, у Opel. Да, ну, состояние, понимаете, неважно это. Машина строителя. Вот у меня вопрос к этой панели. Ну вот Opel, ну вот вы сделали панель, да? Вы захотели поставить сюда электро... Ну, этот жидкокристаллический экран, как его еще называют. Ну вот это что? Ну как вот это можно? Ну, ребята, ну блин, ну сделайте экран до конца. Ну или вот эту панель тогда уже, ну, покрасивше как-нибудь, я не знаю. Ну в самом деле, ну блин. Ну так колхозно, ну так... Ты смотришь такой, ну вот она. Вот эта вот вся панель такая вроде классно, да, и внутри квадратненький экранчик, и прикрыт таким пластиком, типа мы спрятали косяки. Ну блин, ну на самом деле. И вот когда вот я сижу, да, ну вот я на уровне глаз держу телефон, вы знаете, что хочется подметить? Вот это вот зеркало, ну вот если бы оно было вот здесь где-нибудь стояло, оно бы не мешало обзору. Я вам честно скажу, вот сколько еду, оно мешает обзору, оно стоит практически вот так, ну, посередине стекла, вот ты стоишь, вот, у тебя посередине вот это вот зеркало, и ты едешь, тебе, чтобы увидеть, что вот там, особенно, когда ты летишь по трассе и хочешь видеть камеры или там знаки, тебе нужно сделать вот так, оп, туда, либо вот ты стоишь такой, хоп, присел такой, посмотрел, что там, опять нормально сел, ну, вот реально, вот вам обзор от моих глаз, ну, блин, ну, зеркало посередине лобового стекла, ну, это, конечно, не прикольно, вот, а в целом, ничего плохого про машину, вот, даже не скажешь. Хотя я сначала, когда ее забрал, я думал, что это какой-то кошмар вообще полнейший. Вот. За счет, я вот удивился из этого стекла. Мне мешало это зеркало, меня раздражал этот бардачок. Мне было непонятно, что у меня ноги, ну, не спрятаны в панель, потому что, ну, маленькая машинка, а что от нее ожидать? Вот. Но потом она стала потихонечку мне все больше и больше нравиться. Ну, хлюпенькие двери, что тут возьмешь. Для кому интересно, покажу бардачок. Бардачок, конечно, надо открывать, закрывать самому. Нет этого вот, это типа приблуды, где ты можешь нажать и радоваться, или там ногой помахать, да? Ну, что мы хотим? Это Corsa. Ну, в принципе, багажник больше, чем у некоторых других машин. Ну, честно, вот честно могу признать, эта машина меня очень удивила. И если бы я был молодым, без детей, вообще топчик. Или когда вы там вдвоем. Ну, ребят, за 10 тысяч машина в наши дни, ну, могут, ребята. Пацанчики, могут. Смогли.